Потрудились на славу. Накануне глава Сургутского района вручил почетные грамоты и благодарственные письма от Ассоциации советов муниципальных образований Югры специалистам районной администрации и бюджетных учреждений. За добросовестный труд и эффективную работу в органах местного самоуправления, личный вклад в решение вопросов местного значения, ассоциация поблагодарила заместителя главы Сургутского района Муслима Асадулаева, начальника отдела дошкольного образования районного департамента образования Нину Каншаеву и предприятие «Сургутские районные электрические сети». Спасибо. Да будет свет. Благодарность за содействие в проведении социально-экономической политики на муниципальном уровне ассоциация выразила сотруднику районного комитета архитектуры и градостроительства Ирине Касьяновой. А за достижения в развитии и воспитании подрастающего поколения были отмечены работники Локосовской средней школы имени Скутина.